Привет, друзья! Всех рад видеть на канале. Сегодня времени мало, наверное, видео получится коротким. Ну, сделаем, сколько успеем. Я хочу поблагодарить всех, кто отзывается в комментариях на мои видео. Всех, кто старается давать дельные советы, большое вам спасибо. Я очень ценю ваши советы. Прошу не обижаться на меня, если я вдруг им не следую, это не значит, что я ваши советы не ценю. Это значит, что я по каким-то соображениям не смог последовать вашим советам. Но я их ценю, имейте это в виду. Так что вам большое спасибо. Ну а мы погнали. Следующая. Кричит заведующая. Опять кис. Может быть, здесь наконец-то кис. Погромче сразу сделаем. Привет, друзья! Здорово! Театр в студии Сергея Сарычева представляет новый альбом популярной московской певицы Марины Журавлевой. Распустилась черёдка. Вот тебе и кис на коробке. Итак, друзья, из всех советов и из всех вариантов, которые я рассмотрел, самым приемлемым вариантом на текущий момент для меня оказался следующий вариант. Обработать шкуркой и снова попробовать припаять при помощи кислоты минусовые ВИП-выводы на емкостях. Вот буду пробовать в этом направлении сдвинуть дело с мертвой точки. Ручку и лист бумаги. В марте 1991 года в студии «Звук» увидит свет альбом группы «Стелла».
Ну что, мысли есть? Что это такое? Крышечки вон туда. Вот так вот. Ты смотри, Энигма. Good evening. This is the voice of Enigma. In the next hour, we will take you with us into another world. Into the world of music, spirit, and meditation. Turn off the light. Take a deep breath and relax. Start to move slowly, very slowly. Let the rhythm be your guiding light. Ну что же, ребят, ничего-то не получается. Ни наждачка, ни крупная, ни мелкая, ни надфили. Ничего не помогает присобачить эти минуса на корпус, ребята. Пользовался вот кислотой в комплекте была. Когда-то куплен был комплект. Многократно пробовал и так, и сяк. Ничего пока не получается. Застрял. Ну что, потерпел я сегодня неудачу. Ничегошеньки не получилось. Наверное, термоклей для меня самый подходящий вариант. Вон Васька шоркается в дверь. Кто там? Давай, заходи. Рассказывай, где был. Где был, что видел. Все, ребята, на сегодня все. Берегите себя. До новых встреч в эфире. Пока. Скажи пока, Василий. Не хочет разговаривать. Не разговорчивый, да?